Да. Простите, что поздно. Ваша мама умерла. Нам нужно срочно с вами встретиться и поговорить. Это важно, Лиза. Наша прабабка колдовала, в общем. Беременела от заезжих. И у нее все гибли. Проклятие наложено через мать. Они приходят и долг забирают. И будут забирать. Пока род не расплатится за ведьмины долги. Просыпаемся. Мы едем в путешествие. Они не твои. Тебя укусил! Гниешь, падаль! Ша! Ша, я сказал! Скала стала в сердце мой! Матка — это ведьма, а мама ей служит. Соскочить решила, верно? Не получится. Скала стала в сердце мой! Дом! Дом за тобой! Думаешь, не найдем? Каждый сам хозяин своей судьбы. Нужно просто сказать себе: жизнь продолжается.